пришла, Элли. Ты серьезно? Это же наша берлога. Бабам сюда вход воспрещен. Че, не впускать? Она же не в теме Xbox. Вдруг мне захочется пернуть, а при ней нельзя. Небось, еще и с подружками. Ну, впускай. Мне вообще плевать. Вечер пропал. Мороженое? Да, с орешками. Дай сюда. Нет, мне резко надо. Меня девушка бросила. Ты че, Бриджит Джонс, что ли? Дай сюда. Отбери. Давай сюда. Нахрен мороженое. Мы идем тусить. Раз тебя кинули, мы тоже будем без баб. Знаете, что это? Кстати, а что это? Колеса для стояка. Бухаешь, сколько влезет, а он стоит. И вы не хотите ничего делать? Нет. Совсем? Мы дали друг другу слово. Знаешь, мне пора домой, а то я не очень... Ты сидишь на моем пальто. Та девка на тебя пялится. Как же рано я сдалась. Хотела помариновать тебе дней 40. Я тоже хотел, на 40 дней он бы не простоял. Встречаться чаще 2 раз в неделю – это уже патология. Но вы по 2 раза в день. А что у тебя с Челси? Что ты тут делаешь? Что за... Это не то, что вы думаете. А что же? О, а что для тебя наши отношения? Стоп, значит, у вас уже отношения? Я так понял, что наш уговор теряет силу. Эй, иди сюда. Не подходи ко мне без штанов. Понял, прости. Быть рядом, когда ты кому-то нужен. Это и есть отношения. Мне нравится ее смех. Нам хорошо в постели. Мы с Челси на одной волне, и это здорово. Здорово? Это круто. Круто! Решено. Когда ей скажешь? Я что скажу? Я давай. Сделаю! Сделаю! Кто из вас пользуется автосагаром? Я. А что? Я думал, что это лосьон. И что? У меня член стал золотым. Ну и? О нет, блестит как волшебная палочка. Ага, и в темноте светит.